вошел в штрафную и забил Щербачук. Вот это неожиданность. Но не получилось. И со второй попытки очень здорово Щербачук, как бомбардир, понес их вперед на средней балке. И вошел в штрафную. И забил Щербачук. Просто потрясающий мяч. Сольный проход через практически всю оборонительную группу петербургского «Динамо» прошел Щербачук и вывел свою команду вперед. Напоминаю, во второй раз в этом матче Балтика выходит в лидеры. Последовала туда подача, и, кстати, подбор выигрывает Алания, что, в общем-то, большая редкость по этим первым 13 минутам. И сейчас удар розыгрыш будет! Гол! О, вот это да! Вот это неожиданность! 27-й номер открыл счет. Руслан Гогниев. Да, это первый удар по воротам. Руслан Спартакович. Его папа забивал за Ротор в свое время. Попыткам взламывать чужую оборону. Ну а у ядра есть таким образом свободные зоны для контратак. Шаталин, он уже в штрафной. А партнеров вообще нет никого. И что сделал Ярослав? Это потрясающе. Это, ребята, на самом деле практически шедевр. Людям в желтых футболках, которые сыграли в этом мини-спектакле роль свиты Ярослава Шаталина. Знакомый в прошлом сезоне, он за Долгопрудный выступал. Ох ты, ничего себе! Вот это сейчас полетело! Но плевуха в сторону ворот Артема Ермакова и 3-0. Становится счет. Шикарное попадание с дальней дистанции. Да, вот практически как трешка. Сейчас Теняев классно отыграл этот момент. Ну и Андрей Лях забивает третий мяч в ворота Торпедо. Сдвигается навес. Идет. Удар пяткой. Вот это Голешник! Вот это Голешник! 2-0 все становится. И хочется сказать, мяч забил Златан Ибрагимович.